Всем привет, дорогие друзья, с вами Данис, и это вторая часть прохождения игры Тачки 2. Чудесная мысль! Да, уровень допуска. Все готовы? Молния сейчас блеснет! Отличное место! Так, кого выбрать? Финн! В Италии часто говорят, что я быстрее молнии. Ага, понял, к чему я молния Маккуин? Возьму-ка я вот это. Си-си, обойди Франческо, это нереалистико. Ну да-да. Так что нужно, Франческо. Франческо переполнен энергией. Бесподобно, ну, безусловно. Любуйтесь мной, я поэзия, воплощенная в скорость. Получены пулеметы. Франческо, придется оставить вас позади. Здорово, да? Тот, что нужно Франческо. Бесподобно, ну, безусловно. Прощайте. О, Франческо переполнен энергией. Мамма мия! Получены пулеметы. Вот тебя за то, что посмел грядить, Франческо. Ускоримся. Вы все смешные. Прощайте. Франческо, придется оставить вас позади. И Франческо снова на дистанции. Будешь знать, как бросать вызов, Франческо. О, Франческо переполнен энергией. Thank you.
что нужно Франческо. Тормозите и восхищайтесь. Я даже скорость не сбросил. Хорошо, очень хорошо. Бесподобно, ну, безусловно. Тормозите и восхищайтесь. Ха-ха-ха! Прекрасно, мама мия! Прощайте. Тот, что нужно Франческо. О, Франческо переполнен энергией. Надо так попробовать на домашнем трейлере. Мы все смешные! Снова на дистанции. Прощайте. Спецвозможности. Чао, черепаха. Не таите зла. Франческо не виноват, что уникален. Есть. Франческо придется оставить призом за Франческо. Заезд. О, это мой. Так что нужно прочесть. Я еще и летать могу. Я еще и летать могу. Так-то серийной тачкой.
Франческо невероятная мощность, что удивительно. Любуйтесь мной, я поэзия, воплощенная в скорости. Мамма мия! О, Франческо переполнен энергией. Что? Красиво ездить не запретишь. Сказочно, о! Qualunque gara così. Не может быть. Ты проиграешь, клянусь. Ранить Франческо может только вандал. Да-да. Вот тебе за уродливый кузов. Я еще и летать могу. Надеюсь, не соскучились, хотя как иначе. Бесподобно, ну, безусловно. В игре оружие высокого уровня. Тот, что нужно Франческо. Бесподобно, ну, безусловно. Любуйтесь мной, я поэзия, воплощенная в скорость. За каждую выведенную из строя машину дается дополнительное время. Начат выпуск машин противника. Цель уничтожена. Ты будешь счастлив. Это от Франческо. Мёд. Цель уничтожена. Жаль, но Франческо вынужден. Ракета мёд. Цель уничтожена. Не может быть. Любуйтесь мной, я поэзия, воплощенная в скорость. Мистер,
Я отучу тебя врываться вперед. Что поцарапали тебе кузов? Ничего хуже не стало. Ракета умён. Ха-ха-ха! Прекрасно, мамма мия! По крайней мере, вы все смешные! Чудесная мысль. Нападение, боевой заезд, да? Давайте боевой заезд пройдем. Добро пожаловать. В Италии часто говорят, что я быстрее молнии. Ага, понял, к чему я, молния Маккуин? Знаю, я прекрасен, я все время это слышу. Франческо, придется оставить вас позади. Бесподобно, ну, безусловно. Понесло! Это неправильно обгонять Франческо. Ха-ха-ха! Точно нужно Франческо! Франческо вынужден. Блин. Любуйтесь мной, я поэзия, воплощенная в скорость. Ракета мёд. Ай, не может быть. Блин, да что ж такое? Надеюсь, не соскучились, хотя как иначе. Франческо переполнен энергией. Я еще и летать могу. О! Прощайте. Мамма мия! Любуйтесь мной, я поэзия воплощенная в скорость. Видела бы меня сейчас, мама. Блин. Не может быть. Белиссимо. Бесподобно, ну, безусловно. Франческо, придется оставить вас позади. Вау. Так. Хе-хе-хе-хе-хе-хе.
Счастливо! Мне так стыдно! Досадное происшествие. Какая честь состязаться с самим Франческо. В два счета их всех обгоню. Все правительство виновато. Но об этом лучше потом. Виртуальный мир. О, он как тот, что я вижу, но только на самом деле. Охоту можно еще научить. Добро пожаловать в режим охоты. Задача в кратчайшее время уничтожить врагов. Секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Время. Сближение с противником. Вообще-то за мир. Как прилетит! Так. Я скину. Осталось 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Время. Сближение с противником. Осталось 10 секунд.
5, 4, 3, 2, 1. Время. Сближение с противником. Вот тебе для науки! Друг наш Гилмор шлет привет! Физические повреждения. Осталось 10 секунд. Совершенно без злобы. 5, 4, 3, 2, 1. Время. Цели опознаны. Грэм и Эйсен. Прости, друг, я не хотел. Физические повреждения. Осталось 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Время. С вами был Данис, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, комментируйте. Добро пожаловать в школу спецотдела Кудок. Всем пока. А уровень выпуска 2 будет проходить уже в следующей серии. Всем пока.